Крупное дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на проспекте Байдебек-Би. Здесь лоб в лоб столкнулись две автомашины марки «Опель». Один из автомобилей, пробив ограждение, вылетел на встречную полосу движения. В результате аварии пострадали несколько человек, и их врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. Сейчас полицейские выясняют причины и виновника этого происшествия. Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного департамента внутренних дел в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали сотрудников одной из городских саун, которые подозреваются в сводничестве. В своем заведении они принимали девушек легкого поведения и их клиентов. Будьте любезны, вы администратор, да? Работники. Администратор здесь, да, в данном момент заведуете, да, временно? Да. Да. Вам зашли сюда девушки легкого поведения? Вызывали вы? Да. Сколько? По телефону вы вызвали, да? По телефону. Она будьте любезны, вы получили деньги? Да. От девушек? Сколько? 1000. Будьте любезны, добровольно выдайте, пожалуйста. Вы положите, пожалуйста, ногу. По подозрению в пособничестве в руки полицейских попала и еще одна сотрудница сауны. В результате проведенных специальных мероприятий была задержана администратор одной из саун, расположенных в городе Шымкент, которая предложила для интимных услуг девушку, и за счет этого, за эти услуги она взяла деньги в сумме 1000 тенге. С начала года сотрудники полиции раскрыли уже 27 подобных фактов. При этом в отношении 19 человек возбуждены уголовные дела. Подозреваемые преступности. Не берите. У нас проходит рейдовое мероприятие. Вы администратор? Саун. Да, я. Как? Вы сегодня получили от девушки 1000 тенге? Да, наложил. Пожалуйста, будьте добры, любезны, добровольно выдайте. Обе сотрудницы сауны добровольно выдали деньги, полученные незаконным путем. Сейчас в отношении их возбуждено уголовное дело по статье 171 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ведется следствие.